Катрены Создателя. Человеку трудно перешагнуть внутреннее мироустройство. Собственная мораль – бремя, если страна поменяла устройство. Россия – это когда все вместе, тогда это и есть твоя родина. Для тех, кто нашел новое место, страна, отрезанная навсегда, година. Можно прожить не одно поколение, но корень рода на другой территории. Нелюбовь к стране есть проявление другой страны идеологии. Русь разделена на своих и чужих. Среди своих есть тоже предатели. Идея страны не распространяется на других. Другие, в лучшем случае, наблюдатели. Не бывает наблюдателей в своей стране. Внутреннее неустройство толкает к вражде. Невозможно развиваться в чужой стороне. Человек всегда изгой и везде. Нельзя жить на чужой территории. Не бывает счастья там, где нет рода. Это как плыть против течения акватории. Все равно в стране остаешься породой. Любая страна – это огромный род. У каждого рода своя территория. Где родился, там и есть собственная природа. Информационная внутри акватория. Чем чище народ, тем сильнее энергия. Энергию страны нельзя разбавлять. Разбавленная – значит ушла в материю. Нужно договариваться, а не мешать. Русь – пример согласия между народами. Вместе – идея самосохранения. Кто играет против Руси – порода, приводящая страну к разорению. Сегодня кризис достиг апогея. Русь уничтожают вместе свои. У руля те, которые раньше смотрели, как страна погибает в крови. Страна потеряла свою идею. По старинке еще есть единение. Но растут человеческие потери. Нет у людей единого мнения. Теперь каждый живет для себя. Идея растворилась один за всех. И никто не вспоминает меня. Религии – это в духе помеха. Трудно пробивается новый росток. Его среда – единая нация. Не формируется единый поток. Внутри потока всегда есть фракции. 15 лет все нет единства. Чужие по крови всегда предатели. Казалось, такое большое пространство – нет сотворцов, одни наблюдатели. Сложный процесс единения спасет мир в сознаниях сверхидея. У страны должно быть одно мнение, тогда и начнется новая эпопея. Сверхидея объединит народы. Так было недолго в Союзе. Надо взять за пример природу. Природа – это создателя муза. Без создателя не сложить отечество. Создатель – это общий родитель. Должно усвоить это и человечество. Вместе люди тоже творитель. Ваша задача – создать отечество. Создать в равенстве и по подобию. Тогда в народ преобразуется человечество. Для Руси сделать это всего удобнее. Аминь. Отец Абсолют. 17 ноября 2019 года. Катрен. Сложный процесс единения.